Вот такие разные места, где купаются люди. Медведи маленькие плавают. Димка поплыл. Ну что, как водичка? Водичка вообще огонь. Как слеза ребенка. Только тут, да, такой не очень удобный. Ну, но не очень такой, наверное. Ну да, тут можно, если поторопиться, то ночь. Да. Пальцы прям пообломать. А тут вообще вот этот вот скалы, они такие острые. Конечно. И какие жуки по ним прям сидят, там вообще целых тысяч они. Ну что, жизнь своя. Только аккуратно не разбегаются. Жизнь своя. Хотел дома посидеть, не думал. Три пакетика на почте получила. Жарко сегодня, 32 градуса. Прям жарко. Вот он, Крым. Солнечный. Палит и палит солнце. Ничего, по ночной жаре. Уже хочется дождика. Тут советский. Машин тут, конечно, помойка. Машины советские ездят, прям раритет. Старый москвич сегодня видел. Древность. Так, а вот мы пришли. Помши ручкой, дядю. Какие прибыли у магазина лет. Все говорят, пляжи пустые. Они потому и пустые, что все в магазине едой затариваются.